Всем привет! Нам потребуется клубника 8-10 штук, мед 1 чайная ложка, сыр адыгейский 100 грамм, несколько листиков базилика, а также бальзамический уксус. Сыр нарезаем небольшими кубиками. Ягодку нарезаем четвертинками, маленькую пополам. Измельчаем базилик, можно заменить сухим. Делаем заправку, добавляем 1 чайную ложку меда, 1 столовую ложку бальзамического уксуса, 1 столовую ложку оливкового масла и базилик. Все хорошо перемешиваем. В глубокую тарелку выкладываем сыр, клубнику и нашу заправку. Аккуратно все перемешиваем. Наш салатик готов. По желанию украшаем листиками мяты. Обязательно попробуйте приготовить этот салатик. Получается необыкновенно вкусный, аппетитный, необычный, изысканный и новый на вкус. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока!